Всем привет, с вами Лена, и сегодня мы будем делать домик для мини собаки. Перед собакой будет тоже сниматься со мной, как Оля, ее зайчик. Его зовут Фрэнки. Как из это хаски тоже, как у Софии. Вот, хаски, я. Его зовут тоже Фрэнки. Только я вот Яна, а там София. Поехали. У меня есть еще и эта собака, я ее назвала Пани. У меня дома Пани. Есть собака настоящая тоже. Так, соседская немножко. И еще собака одна вот назвала Док. Вот. Давайте поставим Миша. Док и зайчик. Пишите в комментариях, кого хотите сниматься, чтобы Фрэнки снимался или Зая. Вот. Я думаю, что вот это, весь вот этот стол, будет для Фрэнки. Собачка моя будет сниматься. Я покажу, как она танцует. Пока. Все. Будем делать дом для Фрэнки. Будем делать. Для этого нам надо лист бумаги. Для этого мне надо его найти. Нет. Вы смотрите, сколько здесь прохлада. Прохлада много. Бумаги нет. Я ищу бумагу. Нашла. Какую-то бумагу нашла. Вот, берем лист. Блин, еще клинушек. Берем два листика и так склеиваем. Сейчас давайте я это быстренько сделаю, а потом все, я сделала. Вот, приклеила два листочка. Потом надо вот так еще сделать и будет настоящий дом. Ну, нужен большой дом. Вот. Это не сойду. Ладно, нужно потом. Надо еще лист. Не разно, можно взять лист в моей контрольной по литературе. Я же тут есть, можно сказать, который я получила. Ну, он, конечно, будет выглядеть. Конечно, это не нужно, но... Блин, это маленький был, не хотите. Тоже много. Это одним уместно решить бумаги. Ну ладно, можно этот лист. Маленький.
наверное, завтра еще продолжу делать дом для Фрэнки. Мой милый Фрэнки, я тебя люблю. Фрэнки в сторону. Бумага нет. Что у нас? Санитарный, да? Что здесь? Где клей? Я ничего не делаю. Для Фрэнки будет мало. Давайте еще про листиков и еще. Если для вашего животного будет нормально, то вам хватит. Я уже склеила три бумаги. Три бумаги целых. И если вы слышите, там просто моя мама разговаривала по работе. По-моему, столько листиков 4 хватит. Фрэнки. Я хочу, чтобы Фрэнки были еще несколько игрушек. Вот. Я сделала здесь дверь, чтобы она будет открываться и закрываться. Ну, можно еще один листик. Ну, все. Дом для Фрэнки будет готов. Сейчас я склею.